Друзья, всем привет! Мы в этой серии, как я и обещал, продолжаем играть в Crusader Kings 2 и раздавать сейчас будем земли, назначать тиунов и всех, кому не лень. Так, храм. Для храма, конечно же, будем отдельно приглашать священника. Священником будет Гупмундер. Ну, пусть будет Гупмундер. Так... Вот так вот. 13 неплохо. Ну и 5 тоже достаточно неплохо. Общительный. Пожалуем ему храм. Править. Пусть будет счастлив. Конечно, я мог бы кому-нибудь из своих. А, нет, у меня уже дочка с храмом и так дружит. Так. А здесь... Давайте-ка попробуем все-таки. Как же посмотреть родственничков? Так, ладно, один есть. Сестра. Ладно, это уже храм не дадим, его уже нету. Тоже сестра. И опять сестра. То есть возможность потом пораздавать храмы девкам. Ну вот он, пацанчик тут есть, так сказать. Я ему, наверное, подарю эту территорию, а сюда мы назначим сперва какого-нибудь тиуна. Тикс. Придворный. Жесткий, усердный, честный. Земель не имеет. Хороший показатель. Так, а если... Так, что там у нас с родственничком? Где ты? Так, девки. Стоп. Вождь. Так, по династии как-то не очень хорошо. Вот они. Из нашей династии. Пацан. Совсем молодой. Я ему, наверное, подарю один вот здесь замок. Да, так и сделаем. А, баронство. Ауч. Получит он. Племянник. А у племянника что за надел? А, вот ты где. Хорошо. Ладно, тебе, значит, пожалуем такое вот баронство. Вот. Так. Что, не получилось, что ли? Нет, получилось. Чё-то на зим. Слишком много герцогств. Низкие налоги. Ограниченная власть. Тра-ля-ля. Но зато
Зато он будет обеспеченным парнишкой. Так, значит, сюда мы назначим еще кого-нибудь. Так, здесь город осталось передать. Конечно, хотелось бы тоже кому-нибудь из своих родственничков. Мяни. Земля хорошая, рядом. Блин. Так, давайте еще раз попробуем. Посмотрим. Не так. А вот так. Нет. Вот так. Что-то я не понял. Так, дубль два. Так, вот. Да, ни крови, ничего, хотя племянник. Странно. Еще и горбатый. Значит, будем назначать обычных людей, поскольку нету более качественных претендентов. Так, наши земли, смотрим. Так, я где-то находил, вот, придворный. Но он амбициозен. Так, это что значит? Охотник. Хороший воин. Давайте ему город подарим. Подарим ему городок. Вот этот вот. Да, вроде бы нормально. И... Так. И сюда мы тоже назначим какого-нибудь претендента. Тоже с военными качественными характеристиками. Маршал, грим, так, мэр, придворный. 10-9-9-5. Неплохо, молод. Военные качества превосходные. Давайте, ты, наверное, и будешь у нас мужчиной хоть куда. Хотя, ты в ярлстве. Странно. Ну вот. Сразу мнение о нас немножко испортилось, но это не страшно. Ему можно... Так, послать подарочек. 20 монет я готов позволить себе. Отлично. Ну что, теперь перемещаем свои войска. Отставить, дележ. И соединяем с этим войском. Когда нас будет маленечко побольше, мы спокойненько ударим по данному господину. Чтобы долго не ходить, выдадимся, наверное, где-нибудь здесь. Так, смотрим. Да, вот сюда высадимся. Будет прекрасно все.
Так, объединяем. 20 получше надо. Так, 22 в этот фланг. И вот этот мужчина здесь останется. Да, всего лишь два качественных воина у нас. Жалко. Ну, ничего не поделаешь. Пусть будет так. Сперва разберемся с большим количеством, потом с меньшим. Отлично. Подождем, пока у нас немного боевого духа станет побольше. А то как-то сражаться со слабым боевым духом не очень хорошо. Ну ладно, одобрили так одобрили. А вот и все. Объединяемся. Куда? Не успел. И здесь поднимаем войско. Вот так вот. Теперь гораздо круче. А то ишь ты, надублен мой. Так, обучить. Обучать будет мой. Вот так-то. Сам и обучу своего сына. Все, дали по щам этим оборванцам. Так, давайте-ка еще. Он идет, подмога, понимаешь? Так, куда? Сюда, значит, бежишь. Догоним, разобьем, как щенков. Ишь ты, решил нас догнать. Молодец какой. Так, это хорошо. Застройка замка, наверное, меня больше всего интересует сейчас. Да, хватит. Пусть дальше развивается застройка. Когда враги прочь с поля боя, как испуганные кролики, вы вытираете пот с лица и тихо наблюдаете. Это был упорный ближний бой, и вы были его гуще, лично приведя своих людей к победе. Мало того, что вы выиграли эту битву, но и завоевали большое уважение. Очень хорошо. Когда много престижа, это просто прекрасно. Давайте догоним опять же. Хорошо. Пусть будет общительный пацан. Отлично. Минус один. Эх, разбили чью-то гвардию. Так, с этими покончено. Давайте разберемся с остальными. Так, ты не прав. Бегать от меня. И давай. Есть. Успели. Никаких дебафов не получили. Просто вообще шикарно. Потихонечку их разбиваем. Отлично. Этот взят в плен, другой взят в плен. Надеюсь, у меня скоро будет возможность провести праздник. И будет возможность их всех передать Одину. На прямую встречу через повешение. Отлично. Как-то так быстро. Так, ну что, распускаем войска. Гвардию, наверное. Так, секунду, флот тоже ж надо распустить. А гвардию подвинем в Тублин, пусть там пока посидит. Что я еще могу здесь сделать? Еще бы гвардии нанять, но пока не могу, не хватает. Да, пока не хватает сил.
что ты тут долго тянешь резину? Вот здесь. Очень хотелось бы уже эту территорию себе. Это медленно работает. Какой-то сумасшедший. Характеристики не очень, но можно его и в тюрьму посадить. Пусть посидит маленько. Во! Могу провести блот. У меня как раз в заточении. Так, ты вообще кто такой? Тоже можно его прибрать. Всех, наверное, спокойненько отправим. Да. Нормально будет. Проводим праздник. Будет отличный, могучий праздник. Так, теперь о человеческих, конечно же, о них. Отлично. Минус один. Так. Всех католиков отправим на тот свет. Вон сколько престижа. Заработали. Отлично. Так, ты с кем пошел воевать? Надеюсь, не против меня. Против Англии сколько угодно. Мораль войска, прирост престижа и благочестие. Прекрасно. Итого я престиж ращу почти на 6 пунктов, благочестие на 3. Еще где-нибудь что-нибудь здесь построим, например. Так, казармы. Тяжелая пехота, пикинеры. Верфь, конюшня, кавалерия будет. Плац Хуцкарлов. Атака тяжелой пехоты, тяжелая, отличная штука. Давайте построим. Денег потратили сразу же, но ничего. Потом мы их как-нибудь восполним. По 16 монет почему-то это затраты на гвардию, потому что идет восстановление войска. Но зато скоро будет опять по 19. Надо бы где-нибудь еще, наверное, построить. Типа городка, чтобы деньги шли. Это очень хорошее свойство такое в своих провинциях строить. Именно эти здания, которые приносят прибыль, поскольку деньги у нас идут именно от них. Ну и плюс немного наши феодалы предоставляют нам. Так, что у нас здесь? 25 марта скоро будет. Скоро восстановится данная территория полностью. Уже восстановилась. Замечательно. Немножко какой-то косяк и тормоз идет в игре. Ну, будем надеяться, что в следующих патчах это исправят. Так. Большое герцогство придется захватывать вот здесь и здесь. Еще бы мне вот у Англии отжать вот этот кусочек, чтобы полностью вот эта территория была моей. Тогда было бы просто очень хорошо. Можно было бы потом подарить кому-нибудь титул. Так. Хорошо. Здесь работает. Надо бы уже быстрее. Да или здесь тогда уже захватывает. Смотрите, какое полномасштабное идет военная кампания. Кто-то тут восстал, я смотрю. Ну и ладно. Но вот против этого придется повоевать. Территории у него довольно-таки много. И воинов у него 4000. А того даже 6. 4000 личной. Постарела такая. 50 лет. А этот молот еще 48. Круто.
Я думаю, нам следует потом двинуться будет, опять же, либо на Шотландию. Так, сколько мне лет еще с ней? Какая молодая еще. Красивая, да, 48 лет, а еще он как выглядит неплохо. Так. В 86-м году. Ну, я думаю, я, наверное, самостоятельно пролистаю этот ход. Либо дождусь, пока здесь, наконец-то, объявят, что это моя земля. Так, 14. Может назначить кого получше? Получше нету. Ну что ж, друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайк. В следующей серии, надеюсь, уже пройдет достаточно времени. Мы против кого-нибудь еще повоюем. Всем пока.